Казанском федеральном университете состоялась встреча руководителей основных структурных подразделений аппарата управления с представителями МЧС Республики Татарстан по вопросам безопасности на объектах КФУ. На мероприятии присутствовал проректор по административной работе Казанского федерального университета Андрей Хашов. На мероприятии выступил начальник управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани. Он рассказал о состоянии пожарной безопасности в общественных помещениях. Также обсуждалось отсутствие средств защиты, препятствия в работе спасателей и пожарных и другие вопросы безопасности. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.